Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмагилова. И сегодня я хочу вам показать распаковку бьюти-коробочки. Это у нас Glam Box. Очень давно не заказывала я никаких бьюти-боксов. Как-то и на глаза ничего не попадалось, в принципе, и желания особого не было. Но, видимо, здесь наступление весны, хочется каких-то новинок, чего-то новенького. Поэтому решила заказать. Это у нас мартовский Glam Box. Как обычно, да, приходит вот в такой коробочке. И давайте посмотрим, что там было внутри. Ну что, в обязательном порядке, это уже традиция, да, последних выпусков, последних коробочек, лежит мартовский номер Glamour. Очень интересно будет почитать, посмотреть, какие новинки есть, что вообще происходит сейчас в бьюти-сфере. С удовольствием почитаю свеженький номер. И очень просто яркая, прелестная коробочка. Посмотрите, какая она красивая. Прям по-весеннему, я бы даже сказала, по-летнему яркая. Очень-очень красивая. Давайте посмотрим, что же там внутри. Сейчас я ее достану. Покажу сначала, как все выглядит внутри. Так, мы ее открываем. В обязательном порядке брошюрка. И под ленточкой, какая красота, и под ленточкой скрывается вот это буйство красок. Смотрите, я так понимаю, очень-очень много пробников в этот раз положили. Вот так. Давайте сейчас будем каждое средство доставать. Я вам буду вкратце, по крайней мере, о нем рассказывать. И будем смотреть вообще, что в этой коробочке лежит. Естественно, буду себе в помощь использовать вот эту брошюру. И давайте посмотрим, что попадается первое. Первое — это у нас тушь для ресниц с эффектом 4D от Clarins. 8 литров стоит 2300. Давайте мы ее с вами найдем. Где она у нас? Вот эта тушь, посмотрите. Здесь у нас 3 мл, то есть практически половина. Грубо говоря, если 2300 стоит полноразмерной версии, значит здесь примерно, ну, на 1000 это точно. Эффект 4D. Не знаю, насколько это новинка. Честно говоря, про 4D почему-то я не слышала. Но давайте посмотрим, какая кисточка внутри. Вот таким образом выглядит сама тушь. Давайте посмотрим кисточку. Так. Потрясающе. Посмотрите, вот такая кисть. Она натуральная, это не силиконовая кисточка. Мне кажется, она просто шикарно будет наносить тушь на ресницы. Обязательно попробую, потому что кисточка именно такая, которую я люблю. Это Clarins тушь 4D. Travel версия, миниатюра, да, 3 мл. Так, смотрим дальше. Дальше у нас идет парфюмерная вода. Это у нас Moschino. Так, очень интересно. Давайте я вам покажу, да. Они вообще, да, славятся, в принципе, своей экстравагантностью в бутылочках. То есть у них всегда очень оригинальные бутылочки. В этот раз вот у Moschino вот такой мишка интересный. Давайте посмотрим, поищем. Вот он, да. Той 2, видимо, да, той 2. Вот такой вот. Это у нас уже пробничек. Вот так вот он выглядит изнутри. И, ну, давайте посмотрим, есть ли какой-то аромат. Попробуем набрызгать. Ой, вы знаете, очень приятный фруктовый. Фруктовый сладкий аромат, потрясающий, очень понравился. Обязательно я его уже распробую хорошо. И если впечатления останутся такими же шикарными, наверное, я его приобрету. Потому что, ну, пока на первое впечатление вообще шикарный аромат. Так, смотрим дальше. Дальше у нас идет масло органа для волос. Oil Ultime для нормальных и жестких волос. Давайте посмотрим. У меня что-то подобное было. В какой-то из коробочек попадалось. Это Schwarzkopf. Я надеюсь, камера шалить не будет. Вам покажет четко. Это Schwarzkopf. Что оно делает? Оно ухаживает за нормальными жесткими волосами, усиливая невероятный блеск и придавая мягкость. Ну, волосы у меня отнюдь не жесткие. Посмотрим, да, посмотрим. О, какая прелестная миниатюрка, посмотрите.
Обожаю маленькие баночки, просто с ума по ним схожу. Мне кажется, это просто даже чисто эстетически разложить где-то на столе, на полочке, это будет просто приносить удовольствие. Но в любом случае воспользуюсь, даже несмотря на то, что у меня волосы отнюдь не жесткие, я думаю, все-таки от него будет какой-то эффект, потому что, ну, по качеству, по нему я не слышала отрицательных отзывов. Наверное, все-таки штучка очень хорошая должна быть. Дальше у нас идет шампунь для окрашенных волос от L'Oréal Professional. Так, так, так. И это у нас travel-версия, причем такая хорошая travel-версия. Если он в полноразмерной версии 300 мл, то здесь у нас 100 мл, то есть это 1/3 флакончика. Вы в полной мере сможете им воспользоваться, сможете понять для себя, насколько вам продукт подходит, насколько он вам нравится, ну, потому что 100 мл это, ну, действительно раз на 5, я думаю, наверное, точно хватит. Так, и что он делает? Это у нас шампунь для сияния цвета, защищает окрашенные волосы от внешних воздействий и надолго сохраняет яркость цвета. То есть шампунь направлен на защиту цвета прежде всего. И так как сейчас мы шапочки снимаем, я думаю, это очень-очень актуально. Тем более я волосы недавно покрасила, у меня есть в планах вообще полностью поменять цвет. Не знаю, посмотрим, может быть, сделаю эмалирование. И этот шампунь, конечно же, мне очень-очень пригодится. Давайте понюхаю. Ой, такой аромат вроде бы сладкий, и при этом для меня пахнет зеленым яблоком. Прям таким сочным, сладким зеленым яблоком. Потрясающий аромат. И прям, смотрите, такая вот бутылочка в миниатюре, даже с таким колпачком, очень-очень удобно. И его полноразмерная версия стоит 1100 рублей. То есть здесь у нас получается 1/3, примерно 350 рублей данный флакончик стоит. Смотрим дальше. Дальше у нас идет парфюмированная вода Herbe. По-моему, правильно я назвала. Может быть, Herba, я не знаю. От L'Occitane. Вот такой вот пробничек представлен. Так, 1,2 мл здесь. Вот, это, по-моему, новинка от L'Occitane. По-моему, где-то в каком-то журнале я видела, что только-только вышло этот парфюмчик вышел. И с удовольствием. У меня тут еще маскин остался. Так, с удовольствием я его попробую. Летние травы, летний лук. Какой аромат потрясающий. Когда название Herbe, это почему-то впечатление, да, что это что-то будет такое травяное и, возможно, не очень вкусное. Но на самом деле аромат потрясающий летний, потрясающий сочный, я бы сказала. Шикарный. То есть, вот честно, даже я не знаю, вот я вроде бы не любитель таких ароматов, но здесь в таком виде это все собрано, все эти нотки. Очень-очень вкусный аромат. Шикарно, прям честное слово говорю, да. С удовольствием я бы его носила. Если бы он у меня был, я бы с удовольствием им пользовалась, и, наверное, даже больше, чем летом, именно сейчас, когда вот хочется уже вот этой сочности, вот этих ароматов летних, не знаю, прям, как будто бы дуновение лета. И давайте посмотрим, он 50 мл, стоит 5200 данный парфюм, и здесь у нас, как я уже сказала, 1,2 мл. Ну, с удовольствием воспользуюсь, с удовольствием, может быть, прям даже сегодня, потому что, я говорю, такое прям дуновение лета появилось. Так, и дальше у нас La Roche-Posay концентрированная сыворотка против морщин для повышения упругости, тонуса и эластичности кожи. Давайте ее найдем. Вот так она выглядит в коробке. 30 мл стоит 2500. У нас здесь 10 мл. То есть, посмотрите, опять-таки, это очень хорошая travel-версия. То есть, это 1/3 от полноразмерной версии. И, соответственно, ее цена примерно 1100-1200. Давайте посмотрим. Шикарно. Ну, как я уже говорю, да, я любитель всевозможных баночек. Посмотрите, как это все выглядит. Такая небольшая баночка с пипеточкой. То есть очень удобно вам будет ее наносить. Вот такая сыворотка. И давайте вкратце посмотрим, какой эффект мы от нее будем ждать. Это восстанавливающая формула. Содержит два вида чистой гиалуроновой кислоты. Интенсивное увлажнение, повышение тонуса и эластичности. Восстанавливает ее гидролипидный баланс. Отлично.
для Рош-Позей, по-моему, у меня ничего не было, даже, по-моему, в тревел-версиях ничего не было, поэтому с огромным удовольствием попробую. Сейчас я тестирую сыворотку гиалуроновую, по-моему, от Виши, и вот в следующий как раз-таки возьму себе вот эту от для Рош-Позей. Очень хорошая тревел-версия, опять же, да, повторюсь, это 1/3 от полноразмерной, и, ну, я не знаю, очень люблю я вот такие объемчики, потому что на самом деле ты сможешь на 100% уже понять для себя, насколько тебе продукт данный подходит. Смотрим дальше. Дальше у нас идет Clinique скраб для глубокого очищения пор. Вот он. Вот такая трейл-версия, миниатюра. Давайте посмотрим. 125 мл стоит 1700 рублей. Здесь у нас 15 мл. Ну, здесь уже, да, конечно, объемчик меньше. Ну, давайте посмотрим. Ну, в принципе, опять-таки, да, для скраба для лица, я думаю, это вполне хороший размер для того, чтобы понять, насколько он на тебя воздействует, да, насколько он подходит твоей коже. Так, так, так. Опять-таки, очень такое все миленькое, все такое маленькое со своим колпачком. И посмотрим, что он делает. Черные точки менее заметными, контролирует выработку кожного жира и обеспечивает физическое отшелушивание и очищение поры. Делаю кожу мягкой и гладкой. То, что нужно, это у нас Blackhead Solution. То есть, я так думаю, это все-таки для проблемной кожи, судя по тому, что контролирует выработку кожного жира. И как раз у меня кожа комбинированная, склонная к жирности. Вот этот продукт должен мне идеально подойти. Скрабы, по-моему, от Clinique у меня нет. У меня есть крем вокруг глаз. Я купила себе новый уход от Clinique. Тоже вам покажу потом отдельно уже в покупках. А вот скраба у меня не было. И я на него в этот раз, кстати, тоже заглядывалась. Хотела приобрести, но, по-моему, что-то там переключило мое внимание. И вот мне в коробочке попалось. Поэтому с удовольствием его распробую в такой миниатюрке. И следующий у нас идет Londo Professional Lock It. Это лак экстремальной фиксации. Вот такая миниатюра лака от Londo Professional. Здесь у нас 50 мл. Полноразмерная версия идет 300 мл. И это у нас четвертый уровень фиксации. Экстрим называется, да? То есть экстремальный уровень фиксации. То, что нужно. Мои волосы очень тяжело, вернее, лак очень плохо обычно воздействует на мои волосы. То есть, это, не знаю, нужно какой-то действительно очень профессиональный, очень качественный лак для того, чтобы волосы остались в том состоянии, в котором я хочу их видеть, да, в котором я их зафиксировала. С удовольствием его попробую, потому что мне как раз подходит к концу мой очередной лак. Покажу его в пустых баночках. И с удовольствием буду как раз-таки им пользоваться. И думаю, он меня не разочарует. Так, и последний продукт, который здесь есть, это у нас крем для умывания, кокосовое молоко или отшелушивающий зеленый чай. Мне попалось кокосовое молоко, я очень рада, что попалась именно эта версия, именно с кокосовым молоком, потому что, ну, здесь еще были, как вы видите, зеленым чаем. Очень люблю кокос, аромат кокоса, поэтому безумно рада. Так, 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 здесь все. Здесь все зафольгировано. Давайте как-нибудь попробуем открыть. Очень мне хочется аромат попробовать, честно, прям очень хочется. Не пахнет, абсолютно не пахнет. Давайте попробуем нанести. Нет, кокосом вообще не пахнет, абсолютно. Даже при нанесении он не пахнет кокосом. Удивительно. Я, честно говоря, думала, что он будет аромат кокоса источать. Я думала, что я буду прям с удовольствием им пользоваться. Но аромата кокоса нет. Это у нас крем для умывания. Опять-таки, с удовольствием попробую. Сейчас у меня умывание от Avon не очень нравится. Очень щиплет глаза. И вот купил, как я уже сказала, я себе новый уход от Clinique. И, конечно же, вот этот, наверное, в промежутке попробую вот этот крем. От Sephora, ну, с удовольствием. Sephora мне, в принципе, очень нравится. У меня есть даже такой любимчик Sephora. Это бальзам для губ, который придает некий такой, ну, небольшой цвет. Он в виде яйца сделан. Вот я его безумно люблю. Надо заехать купить, потому что у меня кончился давно. Я все никак не могу заставить себя заехать куда-нибудь по дороге и именно купить данный бальзам, потому что он просто шикарный. Он потрясающе увлажняет губы, при этом он такой деликатный, красивый цвет губам придает. И нанести его можно даже без зеркала. Он очень аккуратно ложится. Практически невозможно с ним где-то выйти за границы.
И он абсолютно ровным тоном, ровным слоем ложится на губы. Никаких западаний в трещинки, ничего подобного нет. Он просто шикарный. Поэтому я сейчас, наверное, все-таки куда-нибудь заеду, забегу, обязательно куплю себе такой бальзамчик. Тем более вот сейчас вот на лето очень прекрасно будет. И с удовольствием попробую от Sephora вот этот крем для умывания. Так, книжечка у нас закончилась. Да, закончилась. Но здесь я еще вижу два продукта. Давайте посмотрим. Это у нас шампунь и кондиционер от Provost. Наверное, я надеюсь, по крайней мере, что я правильно назвала. Фрэнк Провост. Париж, да? Это у нас шампунь плюс кондиционер для восстановления и придания силы поврежденным волосам. Вот такие вот два пробника, два саше. С удовольствием попробую на один раз, почему бы и нет. Потому что где-то я видела уже, да, что, по-моему, и шампунь, и кондиционер видела, присматривалась к ним, но опять-таки не рисковала покупать, потому что, ну, как сказать, да, непонятно, как повлияет на мои волосы, понравится, не понравится, а по-моему, цена у него абсолютно такая, ну, не сказать, что самый бюджетный, не масс-маркет, насколько я помню. С удовольствием попробую, очень приятный такой бонус в коробочке. И что я еще вижу в коробочке, это ваш подарок, 1000 рублей от L'Occitane, посмотрите, какая прелесть. Очень интересно, очень такой, тоже приятный такой бонус, да, получить скидку 1000 рублей при покупке от 3000 рублей. Потрясающе, 30% скидка, просто шикарно. Вот такой вот подарок. Ну что, посмотрите, какая шикарная коробочка мартовская от Glambox. Glambox я просто обожаю, по мне так это вообще самый качественный, наверное, коробочный сервис, потому что никогда еще ни разу не было, сколько я не заказывала Glambox, чтобы его содержимое мне не понравилось. Оно всегда очень-очень достойное, очень интересное, то есть то, что именно ты хочешь попробовать, какие-то новиночки обязательно вкладываются, и при этом по цене, конечно же, оно получается в разы выгоднее, да, наверное, чем другие коробочки. Поэтому Glambox очень-очень люблю и буду продолжать его заказывать. Стараюсь, конечно, каждый месяц, но там посмотрим, как получится. Его очень сложно, конечно, поймать, потому что, ну, расхватывать прям в считанные часы все коробочки. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось. Если так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока.